Привет, друзья! Сегодня у нас с вами еще одна заготовочка на зиму. Мы с вами сделаем сладкий перчик в томатном соусе. Для соуса я беру томатную пасту, у меня 70%. Добавляю воду, растительное масло, соль и сахар. Все пропорции, как всегда, внизу под видео. Теперь все перемешиваю и отправляю на огонь закипать. Пока соус на плите закипает, почистим перчик. Перец почистила, теперь нарезаю его довольно крупными кусочками. В соус еще хочу добавить чили-перчик, поэтому убираю семечки. Теперь в чашу блендера кладу очищенный чеснок, чили-перец. Кстати, если вы не любите остренькое, чили-перец можно вообще не добавлять. Пока мы перец резали, соус уже закипел. Теперь по чуть-чуть сюда в соус добавляю перчик. Перемешиваем. Можно, конечно, высыпать сразу весь перец, но просто так удобнее перемешивать, когда добавляем частями. Чтобы перец не пригорел, периодически его помешиваем и доводим до кипения. Но чтобы быстрее закипало, можно накрыть крышкой. Перчик закипел. Добавляю лавровый листик, черный перчик горошком и уксус. Пропорции, как всегда, будут внизу под видео. Перемешиваем и оставлю вариться перец минут 7. С момента закипания перчик я проварила 7 минут. Теперь добавляю измельченный чеснок и чили-перец. Теперь перемешиваем с чесноком и буду варить еще 2-3 минутки. Салат готов. Теперь я заливаю крышки кипятком. Банки я уже простерилизовала. Как всегда, я это делаю в духовке. В холодную духовку ставим банки, включаем температуру 100-110 градусов и стерилизуем их 5-7 минут. И прежде чем банки вытаскивать из духовки, дайте им время остыть 5-7 минут, для того, чтобы они не лопнули. Перец готов. С момента закипания перца я варила салат ровно 10 минут. Теперь еще раз хорошо перемешиваю салат и заполняем баночки. И теперь, конечно, плотно закрываем крышками. И как всегда, конечно, мы банки переворачиваем, накрываем пледом и оставляем их до полного остывания примерно на сутки. Ну вот, ребят, салат готов. Приготовление заняло, ну, полчасика. Зато вкусно, как будет нам зимой. Попробуем, что получилось. Супер! Вот так. Перчик хрустит, немножечко остренький, все, как я люблю. Обязательно к нам подписывайтесь, если вы еще не с нами, потому что с нами готовить вкусно, просто и быстро. Прошу к столу и приятного вам аппетита!